или до Рюхи? Ну, тем, кто смог сбежать из плена и возвращался обратно к своим в армию. Солдаты Других принимали их. проверяли их таких. Среди ваших знакомых, может быть, в вашей части были такие люди? Да нет. А что касается уже общей войны, вы слышали о союзниках СССР? Кто был? Ну как? Второй фронт когда открыли? И вот насколько ощущалась их помощь на фронте? На помощь их не особо-то. Руку предлагал Сталину. Давай пойдем накроем пока войска американские здесь, у них. Накроем каких-то, чтобы лично не было волокиты после. Он не согласился. А вы видели, например, танки, самолеты, автомобили или продовольствие, которые предоставляли союзники нам? Ну как, видел? Принципе, какой помощи солдаты ожидали от союзников? То, Ну что они как немедленно помощь? вступят в бой? Продуктами. И была ли эта помощь союзников своевременной и достаточной? То есть слишком поздно открыли второй фронт. Да. Вот уже начнем о победе. Где и как вы встречали День Победы 9 мая 1945 года? Что вы чувствовали в тот момент? Где и как? Да. Ну, встречали, что ж, победа, если победа. Ну, а где ты узнала о победе, когда вам объявили, где ты был в это время? Ну как где? Ну, в каком месте? На венгерской территории, когда капитуляция была полностью. Мы потом посадили в этот эшелон, погрузились на Японию. Приехал Нарыша отставить команду. Ну, все рады куда-то. От одной трассы на другую. Там, говорит, уже без нас обошлись. На Японии. А вот что считается о кинематографе? Какой фильм о войне, по-вашему, передает все моменты войны лучше всего? Что это?